Помогать тем, кто особенно в этом нуждается. Среди благотворительных проектов компании «Фосагро» есть направление, требующее особой отдачи. Много лет компания поддерживает ребят из Балаковского детского дома. А с недавних пор дружба завязалась и с Центром реабилитации детей с особенностями психоэмоционального развития «Шанс». Дружба – это настоящая, когда встречаются не только по праздникам. Производители минеральных удобрений в подшефных учреждениях бывают едва ли не каждую неделю. Благодаря этой заботе детский дом, который сегодня работает в статусе Центра медико-социального сопровождения детей, обновился и утратил казенный облик. А теперь в детском доме стало буквально теплее. Спасибо тем, кто собрался в нашем зале. Благодаря многим из них у нас не течет крыша. У нас стало гораздо теплее. Благодаря нашим друзьям из «Апатита» нам тепло, светло, уютно. За время дружбы Балаковского филиала АО «Апатит», предприятия «Фосагро» и детского дома здесь выросло целое поколение отличных ребятишек. Есть даже свой Дед Мороз. Малыши верят в то, что если он стукнет посохом по полу, то все желания сбудутся. Сам же дедушка, а на самом деле будущий выпускник Даниила, знает наверняка. Посох тут ни при чем, да и шуба с бородой тоже. Волшебник должен обладать другими качествами. Это бородой, выдержкой. Ну, потому что это сложно. Это первый раз в этой роли. Вот. И жарко, потом ты волнуешься, и сложно. Не обязательно носить какие-то костюмы, но ты даешь свое сердце другим людям, несешь добро, радость, тепло. Волшебник – это тот, кто помогает. В этом уверены и в Центре «Шанс», где проходят лечение и реабилитацию дети, страдающие аутизмом и прочими нарушениями развития. Два года «Фосагро» помогает этому учреждению. И о том, что все не зря, можно судить даже по хороводу вокруг елочки. Ребятишки, которым из-за психического недуга, тем, у кого диагноз аутизм, например, еще год назад сложно было перебороть страх, зажатость и, напротив, гиперактивность, сегодня внимательно слушают Снегурочку и общаются друг с другом. Специалисты говорят – социализация. Родители облегченно вздыхают. Чудо. Ребенку разгрузка нужна, ЛФК помогает, лепка, моторика. И логопеды-дефектологи ставят ему речь, потому что мы очень плохо говорим. Очень много, ну, приезжают к нам с интенсивами. Специалисты у нас здесь появились. Очень любят наших детишек. Такой прогресс стал возможен во многом благодаря тому, что в центре появилось уникальное оборудование для сенсорной интеграции. Компания «Фосагро» не только приобрела все необходимое для реабилитации, но и оплатила балаковским докторам мастер-класс от их коллег из Польши, где это направление лечения очень развито. Благодаря тому, что «Фосагро» нам помог в приобретении сенсорной интеграции. Это оборудование, которого нету ни в Саратовской области, ни в городе Балаково. Вообще этого оборудования нет. Пошли огромные результаты. Те дети, которые не могли выходить ни на сцену, ни на свет, они сейчас с нами общаются. Они даже на сегодняшний день они вокруг елки ходят, играют, то есть не держась за руку с родителями. Добрые дела можно называть по-разному – работой, чудом. Главное, что люди, которые выполняют эту чудесную работу, действительно существуют и совершают свои чудеса не только под Новый год. Ведь доброта – понятие круглогодичное.